Привет, друзья, мы продолжаем проходить и идти до финала. Это у нас Dead Island 2, мы находимся в метро. Конечная станция, надо найти остальных наших друзей выживших. Там впереди уже парочка супостатов нарисовалась. Там еще кто-то подлез, прямо в окно залез, так же нельзя. Делать так явно нельзя. Ну что ж, скорее всего, это может быть уже финальная серия. Посмотрим, чем закончится. Игра, кстати, не короткая, что удивительно для нашего времени. Обычно подобные тайтлы всегда часика за 4-5 можно пробежать. Тут уже, наверное, часов 11 мы играем. И это я еще многие побочки не делал, как бы. Так, у тебя все чисто? Все нормас? Привет. 18 патронов. Должно быть, станцию пытались изолировать. Но получилось у них не очень хорошо. Два дробовика и наша любимая... Как она у нас называется? Развод. Просто развод, блядь. И больше ничего не надо. Так, мы нашли вот такую штуку. Хотелось бы ее тоже испытать в действии. Она не сильно мощная, но как бы нормально. И не сильно слабая. То есть, в принципе, она подходит нормально. Так, хламишка. Раз дают хламишка, значит, надо. Охеренно, видишь? Человек радуется простым вещам. В данном случае хлам. А, я тебя понял. Все, дверь открылась. Так, возьмем, попробуем. Заблокировано с той стороны, ладно. Нет, у меня, к сожалению, больше придохли. Я бы с радостью, серьезно. Я бы с большим удовольствием бы заюзал. Так, туда тоже нельзя. Че, у нас тут водичка. На! Не ломается. С ноги такое дело разломать не получится. Так, картишки. Подпольный покерный клуб. Так, мне нужен этот. Маховик-затейник. Сейчас поищем. Собирай. Аптечка тоже понадобится. Тебя тут нет? Здравствуйте. Нет, тут нету. Того, что мне надо, здесь, к сожалению, нет. Просто мы вышли с тобой обратно. Ладно, найди остальных. Давай поищем. Рисково, конечно, туда идти. Но воду было бы неплохо перекрыть. Слушай, а может где-то наверху? А, вон, конечно. Конечно же, малыш. Куда ж тебя запрятали-то от меня? Так, сюда. Все? Крути давай. Вот. Нет, тебе не вкрутить. Наоборот, надо выключить. Вот, чтобы вода не текла. Если там аккуратно стрельнуть, то, в принципе... Это все должно потухнуть нахрен. Вот, готово. Чудненько. А со второй что? О, шоковый ходок. Так, сюда, родной. Сейчас у меня для тебя кое-что есть. Так, против шоковых надо либо вот это использовать. Можно не париться. Такие средненькие ребята. Не шибко прям умные. Но если они где-то в толпе, короче, и там еще и вода будет, ох, будет больно. Мы куда-то пришли. Конечная станция. Есть смысл обыскать это все? А, если я там спрыгну, то это уже с концами. Это придется обратно идти, заново все делать. Нет питалова. Так, что у тебя по питалову? Тебе водичку подразлить сюда? Ладно, пойдем посмотрим. Не зря они двери нам открыли. Смотри, вот, тянется, видишь? Огроменный провод сюда. Здрасте. О, верстак, хорошо. Хотя, в принципе, у нас уже был. Что там, твою мать, происходит? Так, ты не вставай, пожалуй. Ух, нихера себе. Нормально. Нормальная тема. Рядом есть зомби. А ну-ка, где? Ах ты, вот и где мой хору. А ему похеру, но это было красиво, согласись, да? Хорошо бомбанул. Так, тихо, сейчас будет электрический разряд, надо быть готовым к этому. Ведерко, осторожно. Командирский меч заберем. Нам он, в принципе, сейчас мало надо. Так, что я могу сделать? Давай починим то, что у нас имеется. Так, сюда, родной. Патрики. А на аптечке нужен клей. Ай-яй-яй, клея у нас нет. Слушай, может какую-то модификацию поставить? Что у нас тут забито? Тут забито.
Прокачаем наш посох. 13 тысяч. Подгонка левела. Давай сделаем. Пусть будет. Нам уже терять, в принципе, нечего. Пускай. Так, битой мы не пользуемся. 14 тысяч мачете. Сейчас что-нибудь сюда, наверное, присандалим. Ой-ой-ой. Проворство или восполнение. Так, убийство зомби, нанесение — это выносливость и проворство. Хорошо. Вот это мне нравится. Вот это прям то, что надо. О, 465. Я думал даже на секунду, что нам придется ее выбрасывать. Но, как видишь, все идет как надо. Так, может, я поменяю здесь, потому что тут у меня есть зеленые, а я бы хотел поставить какие-то другие. Они все закрыты, видишь? Нет, тут, к сожалению, мимо кассы. Ладно, мы нашу малышку апнули, не пожалели бабла, так что теперь она должна служить нам верой и правдой. Вентиль на трубе с водой. Так, подожди-ка. Вот, сейчас оно пойдет сюда, скорее всего. Ну, наверное, должно было бы пойти. Так, вот сюда. Вот он идет здесь. Там он запитался, да, судя по всему, провод уже должен работать нормально. То есть, как бы, щиток, да. Даже не сомневаюсь. Блядь. Сейчас у меня бомбы восстановятся. Куда, блядь? Охренеть. Ну, давай сюда. На, сука! Хорош. Это было критическое попадание. Почему мы раньше его не использовали, неизвестно. Сюда, родная, сюда! Чиназис! Тихо. Нихера себе мы тут такие дела творим. Куда ты? Бля, это машина просто. Это просто смерть, понимаешь? Все. У вас уже ничего для меня больше нет. Так, заходим. Тут нормально можно утонуть, смотри. Чемоданы чисто как в Форесте, я помню. Подходишь, топориком ударил и забрал все, что надо. Что у нас здесь? Закрыто магнитным замком. А в окно нельзя, да? Перекрыты выходы. Так, что у нас тут? Привет, я из будущего. Не забудь забрать лекарство по дороге домой, иначе привет, Харов. Там такой дурдом творится, нужно минимум еще... Почему запятых нет? Ха, непонятно. Так, магнитный замок. Первый. И все, что ли? Нет, еще один где-то надо. Так, желтый. Желтый пошел сюда. Где-то в эти терминалы он уходит. А, так я желтый взломал, в чем проблема? Желтый мы взломали. Зеленый. Зеленый пошел куда-то туда. А, вон наверху вижу. Зеленый здесь. И, наверное, где-то там последний. Сейчас посмотрим. Что у меня слева за херота висит? Почему оно не пропадает, не знаю. Так, остался синий. А синий надо, видимо, отсюда ломать. Я понял тебя. Все. Забираем, все теперь наше. Сейфач закрыт. Ну, неплохо, опять же, по мелочи всего. Вроде как жить можно, правильно? Почему не пропадает меню слева? А где остальные? Либо мы словили какой-то баг, либо я чего-то не знаю. Опа! Опачки! На, сука! Критическая, 2000. Понятное дело, что колотушка будет брать 4000 в два раза больше. Но хоть что-то новенькое надо как-то разнообразить, правильно? Даже под финал игры, даже под конец. Вроде как-то так. Что у нас здесь? А, тут надо зажать. Все, я тебя понял. Нормально. Грязище, конечно, лютое, но, в принципе, жить можно, правильно? Так, вижу, ребятки идут сюда. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, половину хп забрала. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй.
Ну какого хрена? Тихо. Ну, блядь, ну как так можно было? Ну ты издеваешься, что ли? Оно еще умудряется сохранять. Ладно. Попытка номер два. Хорош. Не, ну с рвотником надо, понятное дело, издалека желательно. Минус один. И там еще второй блюющий. Ух ты, ёпт, какая же ты дрянь. Хорош. Прям последним патроном в обойме мы добили этого сукиного сына. Так, мне надо найти три пороха. Может быть, у них что-то выпало? Если выпало, то это хорошо. Ух ты, ё-моё. Есть все, кроме того, что мне надо. Смотри, друг на дружку упали. И все хорошо. Все нормально. Рука не нужна, нет? Видимо, нет. Фу, а в тот раз там другие зомби были. Что самое интересное, да? Но мы вроде часть перебили. Так что окей. Так, порох. Мне нужен порох. Немножко. Чуть-чуть желательно. Буквально три штучки. И модификация будет закрыта. Откройте роль ставни на выходе. Куча игрушек. Эй, у тебя получилось. Тяжело пришлось, да? Болтать некогда. У нас на хвосте толпа зомби. Давайте найдем вертолет и свалим отсюда. Оно как-то не спеша открывается. Я не могу. Только наверх, Паттон. Послушайте. В любом фильме есть такой момент. Герой упадает испытание, но он всегда преодолевает свой страх. Я верю в вас. Давайте сделаем это вместе. Чувак! Да я помочь хотел! Ух, какое зарево! Но на улице-то ночь. Что самое интересное. Или это павильон, или на улице ночь. Зомби в людей не стреляют. Вот-вот, давайте не задерживаться. Чья это пташка? Доктора Рубена Рида. Этот говнюк запудрил мне мозги. Использовал меня якобы для поисков лекарства. А оказалось, что это он начал это все. Что? Каждый блядский раз. Я такая дура. А теперь он в своей лаборатории. Делает хрен знает что. Как выберемся отсюда? Сразу расскажем о нем. Годится, пошли. Но так нельзя. В финале герои не убегают. Они доводят дело до конца. Это жизнь, а не кино. Думаете, я не знаю? Кино показывают не нас, а наш более светлый образ. Сэм, можешь просто сказать ему? Сэмми! Он горит. Нужно вывести его отсюда. Нет. Я останусь. На этот раз я вляпался в другое дерьмо. Голливудский бульвар. Ах, было время, когда бы я все отдал за свое имя на аллее. Я зациклился на славе и забыл о действительно важном. Как и я. Эмма. Мы такое уже видели. Прости, но мы не можем позволить ему... Тихо. Я знаю. Ты прав. Я не могу просто сбежать. Это не в моем стиле. Я остановлю Рида. Да, это будет развязка по-голливудски.
Только ты возвращайся скорее. Без меня не улетайте. И береги стрелка. Берегитесь, точнее. Эй! Я в тебя верю. Так, вот только ты не знаешь, кто я на самом деле. Конечная станция. Простите, что без записи, доктор Рид, но у меня срочный вопрос. Нам дробовик дали, и у нас открыта новая карточка. Так, Нумена нет. Здесь что-то открылось, да? Вот. Вот она, сила истребителя-зомби. Нажми Q в режим ярости, чтобы мощно ударить по земле. Нажми Q. А что у меня есть? Ваши связки не для ласки. Нажми Q в режиме ярости, чтобы издать пронзительный вопль. Серьезно. Облить зомби щелочью. Так, ну не то, не то, не то, как бы мы, в принципе, не используем, поэтому такое. Так, у вас не осталось места, значит, пушка где-то выпала. Наверное, где-то валяется, хер его знает. Не, не выпала. Я их защищу, ступай. Книга летуна, забираем. Так, правая половина журнала пилота. У вырванной левой стороны можно разглядеть часть инструкции по предполетной проверке. Понятно. Все, поехали тогда. Походу, мы действительно аккурат идем в финал. А, ты тут можешь перелезть? Ромерос. Голливудский бульвар. Выследи доктора Рида. О, его, походу, дочурка тут тоже была, стрела. Крайне возмутительно для подростка вести себя так на бульваре. Воу, 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 спокойно. Давай без этих сюрпризов. Куда она стреляла, блядь? Она косая, что ли? Я не понимаю. Так, что возьмем? Попробуем еще пику или все-таки возьмем мачете, или мы предпочитаем больше? Вот эту малышку. Все как бы мощное, все хорошее. Нам бы патронов сделать реально. Если придется драться с этим Ридом, или с его дочкой, или с его приспешниками, или с этой Конрад, то надо быть готовым ко всему. Тихо, тихо, тихо. А, знаешь, как мы сделаем сейчас красиво? Они подойдут сюда, я могу пока их закидать. Ха! Хорош! Хорошо. Где она, блядь? Так, еще попадали. Там еще здоровяк, по-моему. Там еще пара мутантов. Все, патроны кончились. Счастье было так близко. Ладно, пойдем колотухой их расхерачим. Бля, да вы прикалываетесь, сколько вас тут? Хорошо. Самое удобное, под ноги себе бросаешь, и все в порядке. Что у вас тут? Не, для молотка гвоздодера уже места нет, к сожалению. Так, вампир. У нас новая модификация готова, хорошо. Так, батончики. Всякая херота полезная не очень. Слушай, ну тут нормально они, конечно, прошлись. Считыватель сломан, поэтому им пришлось искать какой-то другой вход. Долго, наверное, искали. Хорош. Все собрали. Эту штуку прокинули явно намеренно. Ну? Так, я активировал, алло. Так нельзя, да, зайти? Придется через это. Можно было, в принципе, и не ломать, но сигналка, если сработает... Отлично, молодец. Просто супер, блядь. Не, порох я не нашел, видимо, еще. Жалко. Лотос Вилли, старение.
Осмотрите клиника старения. Классное название. Обычно все хотят омолодиться. А тут клиника старения. Пришел за парочкой новых морщин. Так. Ключ прямо на полу. Нормально. Чем бы и нет. О, привет, малыш. Отлично. Сейфачок, баблишка. Было бы куда эти бабки тратить, все было бы нормально. Так, давай починимся. Можно сделать патрики? Хоть какие-нибудь. А, я понял тебя. Поддерживать, не отслеживать. Вот, я, видимо, случайно нажал отслеживание, поэтому оно так и было. Так, аптеки у нас есть. Пороха не хватает. Слушай, а может я что-то разберу? Ну, вряд ли получится. Порог смерти. Во что б тебя поставить? Так, порог смерти. Хоп. Ай-яй-яй. Это уже интересно. Так, усиление. Что из дорогого у нас? Тихо, умелец. Давай. Можно и так сделать. Готово. Мачет. Может, что-нибудь в мачете вставим? Тут есть доработка, нестабильность. 406 ниже будет. Порог смерти и сюда можно вставить. По-моему, нормально. Так, тебя, малышка, я, наверное, разберу. Ты мне тут лишняя, к сожалению. Так, волына еще есть. Гвоздомет мы нашли. Хороший, нормальный, полноценный. Так, что тебе сюда в сандали? 397... А, нельзя. Вот так можно. Вампир. Тут уже все. Тут тоже и тут тоже. Ну, неплохо. Слушай, нормально. Я, правда, не все починил. Давай починимся. Бабло вроде есть. Вот так вот. Но это серьезно. Выйди, пожалуйста. Блин, с патронами, да, с патронами жопка. Но зато у нас что-то новенькое есть. То, что можно попробовать. Так, тут еще 6 зарядов. Пусть будет. Так, 840. Вот. Сейчас попробуем новый гвоздодер, который мы нашли. Окей, Констант. Эй, я нашел это для вас. Даже боюсь спросить, что именно. Ноутбук. Итак, ничего интересного. Глазу просто не за что зацепиться. Что может мое внимание тут привлечь? Я нашел это именно для вас. Что ты для меня нашел? Не бачу, баба, что ты там видишь? Кстати, невостребованное. Разобрать. Что из этого можно убрать? Что не жалко? Вот это можно. У нас есть более лучшая вещь. Шепчущий клинок, и вот эту красоту тоже можно разобрать. Порох. О, я получил порох, отлично, сейчас патрон сделаю. Так, давай. Раз. Тут уже все. Не сильно много, но этого тоже достаточно. Осмотрите клинику старения. Тут ничего. В этом кабинете вроде все. Тут какая-то кнопка. А, вот, смотри. Что за темные тайны прячутся за потайной дверью? Вот теперь мы нашли вход в лабораторию. Вот теперь будет весело. Ну, пошли посмотрим. Я найду тебя, сука, и покараю. Просто ублюдок гребаный. Автоматический редкий пистолет заберем. Птичка, нет места. Хотя у нас уже есть один пистолет, как бы. Блин, стрёмное место, я тебе скажу. Тут как-то не очень комфортно ходить. С этой нагнетающей музыкой. Так, вот ничего. Помнишь меня, чудовище? Постойте, вы не понимаете. Я не драный зомби. Тогда что ты такое? Я не знаю. Но ты знаешь, док. Ты явно это знаешь. Это из-за тебя все началось. Пап? Что ты наделал? Я...
Что ты наделал? Я убил миллионы, чтобы спасти миллиарды. Зачем ты заразил город? Да потому что ты уникальна. Лишь один из миллиона становится Нуменом, гибридом аутофага. Я не мог закончить лекарство без тебя. Это лекарство хуже, чем болезнь. Нет, нет, нет. Аутофаг вовсе не болезнь. 25 лет назад я обнаружил в нашей ДНК таймер отсчета времени до дня вымирания человечества. Когда отчет завершится, аутофаг проявится в каждом мужчине, женщине, ребенке на этом земле. Я должен был это предотвратить. Он сидит в каждом из нас. Да. Нам осталось недолго. Возьми. Конрад считает, что предназначение аутофага — это создавать Нуменов. Но вы в лучшем случае аномалии, а в худшем — марионетки. Наши сознания связаны. С чем? Чего оно хочет? Лола то ли не хочет этого признавать, то ли хрен его знает что. Я смог достать несколько капель, но этого хватит для нейтрализации аутофага. Ты снова сможешь стать человеком. Иди. Иди отсюда! Я долго не продержусь! Нет! Используй его сам! Ты не знаешь, что я сделал. Я модифицировал нерожденного ребенка. Кровь Нумена превратит ее в лекарство, которое будет добывать до конца ее жизни. Этот ребенок я? Я отнял у тебя все. Прости меня. Прости меня, пожалуйста. Уведи ее отсюда. Уведи ее, пожалуйста, вывези из города. Пока я не обратился. Пока... Еще не поздно. Надо уходить. Не трогай меня. Тебе лучше этого не видеть. О, сейчас будет жопа. Сейчас будет полная задница. Кричит и стонет. Заметили вы или нет, но там наверху был чертеж, который можно было бы забрать. Ой-ой-ой. Так, мистер, спокойно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чего это вдруг твой план провалился, я не понял? Как ходок красиво улетел. Сейчас мы перезарядимся, все будет в порядке. О! Хорош, хорош, нормально. Давай, не стесняйся, Блять! Ёпста твоя... Или я умер, нет? Почему я лежу, а у меня здоровье еще половина есть? Чё за бред, блять? Как это, сука, работает? Ладно, тут можно скипнуть, поэтому нормально. Помнишь меня? Ладно, херота, сейчас разберемся. Пол хп-хи забрало уже, смотри. Быстро, быстро, да. Мажет он нормально. Слушай, а чё так плохо-то мне? И заряжай быстрее. Кто? Рубинатор? Отличное название.
Тихо, тихо, Рубинатор! Уйди отсюда нахрен! Ай-яй-яй-яй! Так, слабое место, ноги, поехали. Нормально. Ой, как больно, больно, больно. Тихо. Хорош, критички дали ему. Нормально. Все, патроны здесь закончились. Счастье было так близко. Так, что мы по мячу у меня пропало? Стоять. Вот. На, сучёныш. Тихо, уходим, уходим, уходим. Сейчас будет больно. Сейчас будет очень больно. Так, у нас что-то более болезненное есть? Так, горящему вообще посрать. Отлично. Во, подкаты. Я и забыл про эти прекрасные, замечательные подкаты. Отлично. Ха, недурно. Так, что с аптечками? Все нормально? Так, копим, копим энергию. Копим энергию. Бля, вот эта херня, которую он плюется, это жопа. Так, есть. Ну, конечно, мать. Куда ж без тебя-то? Так, тут у него иммунитет, я понял. Кушай, пей, забирай все, что видишь. Все твое. Жалко, нельзя по головам пробежаться. Это было бы удобно. Фу, что, гвоздометом попробуем? Не, у меня винтовка есть, чем паримся. Отлично. Отлично. Ну, что-то очень долго собирается, по-моему, нет? Так, уходим, уходим, уходим отсюда. Уходим. Все нормально, все в порядке. Мы живем, все хорошо. Я убил его! Ебать! Да неужели нахуй? Неужели? Все, я умер? А, нет, мне показалось, что я сдох. Чего? Чего случилось? Только не говори, что заново все. Я, блядь, не смогу заново это проходить. Я бегал, искал, покупал патроны, прокачивался, ну его нахер. Так, что мы тут потеряли, повыпадали, давай подзалутаемся. Выберись из комплекса. Вроде кажется, что все просто. Фу. Так, с чем будем выбираться? Надо что-то взять такое, с чем не стыдно было бы идти, правильно? Так. О, пацаны, ну вы что, гоните, что ли? Вы уже и так еле ходите, вы полуподбитые. Хорош. Ха, вот это было красиво. Вот это было прям замечательно. Game Boy. На, сука. Хорошо. Оу! Я тебя не сразу заметил. Открывайся, мразота!
Так, полдела сделано. Без рук, блядь, без ног. Куда ты бежишь? Ладно. Лучше не лезьте мне под руку. Ну вас нахер. А чё у них так мало жизни у всех? Это нормально? Так, вертушка. 70 метров. Привет. Да, зомби сзади до хрена. Ладно, полетели отсюда. Если это финал, то мы справились. Боже, пора выбираться из этого ада к чертям собачьим. Тиша здесь? А, ты о ком? А, черт, я надеялась, что она тут. Я никого не видел. А доктор? Он получил свое. Черт. Прощай. Снова. Тихо. Я это заслужила. Нет. Такого никто не заслуживает. У меня есть доза лекарства. Она предназначалась для меня, но... любой может измениться. Включая тебя. Ну что, Сэмби? У тебя уже второй или даже третий шанс. Да не в голову, идиотка! А, прости, мышечная память. Видишь? Я никогда тебя не оставлю. О, сейчас бы пожрать чего-нибудь. Я голоден. Отлично. Эй. Нам пора выбираться. Я остаюсь. Лекарство где-то там. В одиночку оно долго не протянет. На. Иди спасай мир. Непременно. Спасибо. Мы не упустим этот шанс. Удачи. То есть как бы намек на продолжение, что надо найти Тишу, так как она является лекарством. Только подумай. И дело сделано. Каденция? Песня. Я не могу ее разобрать. Все-таки решила остаться с нами. Да. Чтобы найти Тишу. И только... Так, таких способностей мы еще не видели. Читать мысли — это интересно. Явно намек, открытый финал, что продолжение следует. Ну а титры же должны быть какие-то, правда? Твою мать. Здоровяку похер, короче, да? Колени-то, сука, не резиновые. Dead Island 2. Чувак был на Кельвина похож, да? С Форест. Фу, вот мы и прошли его. Мне понравилось. В целом, несмотря на все нюансы, минусы игры, на один разочек повеселиться в компании, по-моему, то, что надо. Странно, что тут нет никакой музыки. Даже удивительно. Мне, в общем, в целом понравилось. Было интересно, были мозговыносящие моменты. Фу, пишите, понравилась вам игра или нет. Не забывайте ставить палец вверх под видео и залетайте в телеграм-канал. Ссылочка в описании под видео. С вами был Брейн. Всего хорошего. Увидимся в новых видео. Пока-пока.